Всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinus, и мы сегодня дальше проходим The Curse of Blackwater. И мы уже, наверное, в третьей локации, или я даже, честно говоря, не знаю, где мы точно, но мы будем проходить дальше эту страшную очень игру. И вообще, мы где-то лазим непонятно где, в какой-то лаборатории, только что мы лазили. Я чувствую, что тут кто-то еще будет, ну какая-то, какой-то враг. Что такое? Сука. Слышите? Слышите? Вы слышите это? Где он? Я же тоже не могу постоянно бегать. У меня ноги не такие, как у него, вазелиновые кривые. Воу! Я его увидел. Вы его видели? Двери? Двери есть. Короче, я так понял, тут надо бегать просто от него. Но что тут сделать надо? Я без понятия. Что бы вы тут сделали? Может, рычаги надо включать? Вот, я нашел какой-то рычаг. А, это, наверное, чтобы в эту комнату забежать. Но, в принципе, тут будет, мне кажется, полегче, потому что тут очень большое пространство. Вы можете от него просто сбежать, если захотите. Конечно, опять неимоверное количество шкафчиков. Зачем они тут сделаны? Зачем вы их сюда вставили? Что? Что это? Мы мясо какое-то взяли? Что происходит в этой игре? Что в ней происходит? Мне без понятия. Теперь мы мясо еще, скажите, должны собирать и кормить. Кормить его с ручки. А потом что? Мы сами должны будем таким бегать. Тихо, тихо, тихо. Что это? Туалеты? Просто адовое. Посмотрите, просто адовое количество дверей, комнат. Вообще без понятия. Что? А нет, то я не успел прочитать. Зачем же вы выключили за секунду-то? Какие-то блоки нам надо найти. Не знаю, без понятия. Будем искать. Другого выхода у нас нету. Посмотрите, сколько тут комнат. Это же просто с ума сойти можно. Я сейчас, честно сказать, вообще не разбираюсь даже, куда нам нужно идти. Рычаги какие-то. Может, их надо включить? Может, свет надо как бы провести по всей комнате? Что это было? Или мне это уже кажется? Без понятия. Но будем проходить и искать. Наверное. Честно говоря, я не думал, что она будет так затягиваться. Ну ладно, ничего страшного. Мы ведь все вытерпим, все сможем пройти. Ключ нашли. Что это? Дверь закрыта. Опа. Если я не ошибаюсь, это падла сзади где-то тут ходит. Кстати, если... А, все нормально? Ой, вон она. Слушайте, ну она двери вроде ломает еще. Плюс к тому, что она ходит просто так. Так. Блин, вообще не понимаю, куда нам надо идти. Столько всего. Там, там. Давайте двери за собой хотя бы будем закрывать. Будем ходить. Все. Опа! Тут вообще лом нам нужен. Ну просто идеально. Идеально. Ладно. В принципе, ничего страшного. А, он сюда идет. Вот так вот затягивается видео такое. Если вот так вот проходить, мы... Я не знаю, эта игра, наверное... Рассчитано не на 5 секунд. А, не, нормально. Все в порядке. То я уже сру котлетами. Просто. Так. Да, скорее всего, нам надо выключатель просто найти. И включить. Так, это мы на начало пришли, да? Это только мы один блок обошли, вот этот весь. Но ничего. Главное, чтобы девочки той не было, которая выламливала все двери. Что это такое? Это что, Mass Effect какой-то? Черные дыры какие-то? Или он вернулся отсюда? Что тут за исследования проводили? А вот ключик еще один. Тоже от какой-то storage. Наверное, если я не ошибаюсь, наверное, такой, как бы вам сказать. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Винни-Пух ты. Он где-то поблизости. Ой, я думал, зависло уже. А, тут же мы были, да.
Мы оббегаем просто ненужные нам места. А, вот, storage room. Что? Мясо? Мы положили мясо. Зачем мы его туда положили? Еще ключи, блядь. Просто я теряюсь. Я не знаю, что надо делать. И плюс еще, когда... Вот так вот, вот так вот ты бегаешь, вот так вот. Зачем им мясо? Теперь нам надо выманить его, чтобы он мясо скушал. Я же говорю, надо скормить ему мясо. Это получается, кормишь чувака. Тут что-то непонятно. Наверное, Blackwater, черная дыра. Слушайте, наверное, его как-то надо будет затянуть сюда. Вот он, ходит, бродит. Давайте попытаемся затянуть, не знаю, если получится, но если мы проиграем, нам придется опять заново все это проходить. Слушайте, это не он случайно уже съел мясо? А, вот таблеточки. Ай, класс, таблетки нашел. Фух, наконец-то. Хоть теперь как-то можно будет от него убежать, если что. О, закрыто. Хотя мы нашли уже ключей, просто ну, бесконечное количество, наверное, ключами этими торговать можно просто. Но не те ключи. Охренеть. Умно, да? Так, 5 батареек у нас осталось. Честно говоря, что дальше делать? Я не знаю. Так, вот, чтоб мне никто не говорил, что я куда-то смотрю. Вот мы дверь открыли только что, а то еще запутаетесь ключом. Честно говоря, в прошлый раз я его и не видел. О, есть, мы нашли лом. А, честно говоря, я ее просто в прошлый раз не заметил. Ну, больше тут, наверное, ничего и не надо брать. Ладно. А где нам ломом надо было открывать? Вы не помните? А ну-ка, подскажите мне. А, все, вспомнил. Лом в storage вот в этой. Вот тут где-то ящичек. Вот он. Опа! Что это? Радиоактил химикал. А, вот что нам надо найти. Нам надо найти таких три баночки. Три банки. Одну мы нашли. Я надеюсь, у нас яйца еще будут свежие после того, как мы их поносим. Потому что я мне рассказывали историю. Блин, и тут дверь закрыта. Вот это нам дверь надо обязательно. А, это, наверное, дверь в самом... Да! Одна, видите, вроде один фонарик погас, да? Потом, когда мы найдем все, тогда, наверное, будет успех. И мы пройдем. Я вот слышал одну историю, мне рассказывали, про то, как чувак пошел на Чернобыль. Ну, в Чернобыле они рядом проезжали. И он пошел там, отлил, поссал рядом. Так вот, говорят, на утро у него... Яйца покоричневели. Ну, они мылись в душе. Я не знаю, кто там на яйца ему смотрел. Ну, смотрели, наверное. Что это такое? А, нам надо, наверное, взорвать будет эту фигню или хрену. Так вот, он умер потом. Он помылся, потом на следующий день его забрали в больницу. Так что с радиацией шутки плохи. А, вот, смотрите. И нас не засосет сейчас? Ура, так... Черную дыру. Не? Что мы включаем? Хоть бы какую-то подсказку дали. Я же вообще... Я актер. Актер! Это чтобы вы не расслаблялись. Так, друзья, я нашел ключи. Вот тут лежали. Я, конечно, их в тот раз не заметил. И опять же от storage. Storage key. И если я не ошибаюсь, то, наверное, они... Ну, от той двери, там, где вот эти зеленые лампочки были. Хотя, я без понятия. Тут ключей мы уже, в принципе, нашли очень много, но... Вот. А, ну да, вот, storage room. По идее, от не... Да, фух, отлично. Главное закрыть. Потому что я уже далеко дошел, я уже очень долго лазил. И, честно говоря... Честно говоря, теперь можно спокойно обыскать все. Только тут ничего не будет. Наверное, будет одна из баночек, которых мы находили до этого. Воу, вот ключ откуда. Еще один, вот мы вторую банку нашли. Оу, oh, е. Yeah. Только что дальше делать? Чтобы третью банку, я просто не представляю, где ее находить.
Мы очень много берем таблеточек. Кстати, удивительно, я не думал, что таблетки тут будут вообще лежать. Я думал, только в первой локации. Ладно, это не важно, потому что нам надо искать третью банку. Где же она может быть? Я не видел, где еще есть двери закрытые, но сейчас мы будем искать. Но что еще плохо, то что у меня 4 батарейки осталось всего лишь. Так что давайте искать. Что-то я нашего друга, кстати, давно не видел уже. Где он лазит? Звук постоянно слышим, а его нету. Бля. Чуваки, специально включил запись. Эта падла меня, походу, нашла. Я, кстати... Кстати, открыл ящик. Чисто случайно зашел сюда. Нет, уйди, пожалуйста. Уйди, не хочу. Воу, там третий реагент. А, тихо. Фух. Все, тихо. Главное теперь, чтобы эта падла не вылезла. Так, что дальше делать? Куда бежать? 4 батарейки у нас есть, в принципе, нормально. Я не знаю. Может... Он стоит, смотрит, объявление читает. А, блядь, как он увидел меня, сука! Валим. Мне надо дверь. Сукины котлеты. Падла. Как же он меня увидел? Я же просто на него смотрел. Тихо. Тихо. Мне главное добежать до конца. Я думаю, нам надо подорвать тот заряд, потому что когда мы подходили к нему, нам было написано, что-то там надо собрать. И что-то будет. Ух ты, что это? А, это та комната. Фу, что-то я гоню. Как он меня увидел? Я не понимаю. Я же просто стоял. Я же танцевал. Так, а где мы? Я запутался. Так, 3 батареечки осталось. О! Я понял, мы на самом начале, ладно. Немножко пробежимся, ничего страшного. Главное, что мы дошли дальше. Я раньше жаловался, что игр не было нормальных, да? А сейчас жалуюсь, что мне такое надо проходить. Что такое? Все? Надо убегать? Валим! Ух ты, блядь, ты чё так пугаешь-то? Уу, есть, отлично. Чё так... Кто-то стучит. Блять, что происходит? Что так? Ай, сука! Ай, нет! Что это было? Как он меня увидел? Ну, давайте попробуем. Мы тут? Бля. Да дай убежать. Где кнопка лечиться? Давайте просто убегать. Да как ты за мной? Давай! Есть! Фух, выбрались. Куда это мы выбирались? Куда мы бежали? И почему он сразу моментально на нас напал? Я не знаю. Но мы сейчас, наверное, в какой-то другой локации будем, да? Ну, в принципе, это уже, наверное, последняя, потому что их тут около 5 или 6, я не знаю, в принципе, даже. С математикой плохо. Опа, где это мы? Overlord. The Sever механизм. Короче, опять надо перезагрузить какие-то механизмы, и опять мы тут. Ну и, наверное, на этом мы закончим наше прохождение. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии обязательно. И в скором времени мы пройдем дальше. Это, наверное, последняя уже миссия. Я, конечно, честно не знаю, но, наверное, я думаю так, что так оно и есть. Ну а с вами был Блудлинос. Всем пока!